Тема этого ролика и многих дальнейших будет мой личный арт-марафон, поделенный на три тематические недели, которые вы видите на экране. Подробности вы можете узнать в группе ВК, ссылка в описании. А теперь приятного просмотра! Весенний дождик моросит, иду и шлепаю по лужам, влюбленный дождь, хрустальный чист, больше никто ему не нужен. Все мысли только о весне, рожденный вновь, невинной, близкой. Весь он в сияющей мечте переливается игристо, смывает горести, печали с бредущих под зонтом людей. Домов он стены обнимает и кожу девственных ветвей. Надежду в будущее дарит, искрится, разливая свет. Он мир от грязи очищает, но в грязи мира больше нет. Всем попов, вы на Лисе Медвежьем канале, а на связи Лис Фил. Растление – это то, чего не избежать. Наш мир так устроен, что время идет, и мы порой не замечаем, как быстро проходят все беззаботные времена. Когда самой главной проблемой был дождь, не дающий пойти погулять с друзьями, или надобность вставать ранним утром, чтобы пойти в школу. Эти годы проходят так же печально, что их больше не вернуть. Проходит школа, и вот мы радуемся, настала новая пора нашей жизни, когда мы сами решаем, какую специальность пойти, и остальные житейские вопросы. Но за этой свободой скрываются обязанности, про которые мы порой забываем. Вот у тебя учеба, пары, а если ты захотел жить отдельно от родителей, то еще работа и домашний быт. И этого уже ни шпаргалки, ни ГТЗ, ни симуляция болезни не спасет. Но не спорю, бывают и исключения. Есть те, кто и в 30 живет за родительский счет, а те и не против. Лишь бы их дитё было рядом и ничего не натворило. Но не суть. Мы не для того тут, чтобы вгонять себя в печаль серых будней. Темой для рисования сегодня стали прыжки по лужам. А все, что я говорила ранее, был лишь пролог к теме рисунка. Как же приятно порой забыть, что ты взрослый, забыть о проблемах, обязанностях и дав свободу внутреннему ребенку. Таким глупым на вид поступком просто порадовать себя, не создавать рамки, вот ты уже взрослый, и тебе уже поздно заниматься такой ерундой. Просто взять и поддаться эмоциям, не стыдясь в взглядах прохожих, вырваться из серых будней. Но самое главное, чтобы был человек, который не будет ворчать и отчитывать тебя за такой поступок. Возьмет тебя за лапу и придержит, чтобы ты не упал. Пока ты, как ребенок, радуешься такой глупости. Все не должно быть так, как я описывала. Это индивидуально. Бывают разные моменты и разные поводы для радости. Главное, просто не забывать радоваться. Не забывайте писать в комментариях ваши поводы для радости. До скорых встреч! To say the least, so far from a superstar, and my daydreams are killing me. I feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from I'm
They'll be calling me royalty.